Всем привет! Я думаю, по началу видео вы поняли, что я нахожусь в Абрау. Нахожусь я здесь не просто так. Появилась идея пройтись на так называемую смотровую домик йога. Потому что все мне об этой смотровой рассказывали. Ну и в общем-то, почему бы и нет. Покажу, откуда начинаю. Ну, короче, вот с такого места. Это при заезде в Абрау-Дюрсо поворачиваем налево. И вот тут вот строечка у нас находится какая-то. Все, и вот отсюда мы начинаем. Ну, получается, вот здесь вот поворотик у нас налево. И пошла дорога вверх. Я, короче, оделся сегодня тепло, потому что вчера нехило я так подзамерз. Короче, решил сегодня потеплее одеться. Утеплился. Слушайте, довольно-таки крутой тут подъем. Видно, что тут, кстати, машины пытались, рвались наверх. Ну, самое классное, что могу сказать. Классно, что здесь есть дорога. И можно просто идти по дороге. Это лучше, чем по тропинке. Кстати, как можно заметить, смотрите, как из рюкзака торчит штатив. Жесть, он слишком здоровый. Неудобно. Его удобно где-то дома ставить, когда нужно что-то такое статическое поснимать. А с собой таскать неудобно. Но я смотрел стабилизаторы. Так как я планирую покупать GoPro, для нее все равно нужен стабилизатор, хоть у нее и имеется электронный. В любом случае, все равно вот идешь, вот эта вот тынь-тынь, тряска, она негативно сказывается на картинке. Поэтому в любом случае нужно покупать стабилизатор трехосевой. А он, кстати, маленький, и у него снизу такие три лепестка раскладываются. И его порой можно использовать еще и как просто штатив. Так что куплю стабилизатор. Посмотрите, встретил какое маленькое чудо. Интересно, опасное, нет? Слушайте, кидается, смотрите-ка. Не знаю, видно или нет, но она прям... Ой, не туда направляю. Прям нападает. Маленькая и боевая, блин, такая. Офигеть. Вот, вот там вот, где машина стоит, вы выходите оттуда слева сюда, потом проходите сюда и сюда. Как-то так. Ну, я думаю, что я в начале видео или в конце видео обязательно вставлю маршрут. Дальше идем вот через такую вот свалку. Или что это, как это называется? Не знаю. Как это назвать, но видите сами, да? Ну и все, собственно, вот на такую дорогу выходите и идете по ней. Короче, строят здесь очистные сооружения. Я не знаю, они их достроили или нет. Может, частично как-то. Ну, короче, я там на моменте проходил. Ароматец стоял такой, что мама, не горюй. Очень даже этот. Это раз. А два? Два. Что я хочу сказать вам, друзья мои. Нужно покупать себе какие-то, наверное, берцы. Ну или что-либо такое, либо ботинки какие-нибудь трекинговые. Чтобы ходить вот по таким вот местам. Потому что всякие змейки, вот эта вот всякая дрянь, она... Ну ее нафиг. Лучше обезопасить себя немножечко ботинками хотя бы. Вот,
Ну и плюс, естественно, в трейле, если покупать уж реально хорошие трекинговые ботинки, то у вас и голеностоп будет защищен более-менее. Потому что вот у меня, допустим, маленькие, коротенькие кроссовки для ходьбы, да, летний, так скажем, вариант. А я вот вчера, когда гулял по горе Колдун, очень даже сильно напрягается голеностоп, я вам так скажу. Короче, друзья мои, дорога идет прям вот, я так понимаю, вот эта дорожка, ты на нее встал, и она идет прям до смотровой площадки. Это классно. Там получается немного совсем, ты идешь не по дороге, а по тропинке. Но раньше, я так понимаю, что пока не было там сточных сооружений, пока их не построили, а они видно, что вот только-только еще строят, понятно, что там дорога прям напрямую шла, вот с которой я начал, она прям вот в эту дорогу и упиралась. Как бы здесь на машине-то можно проехать, просто узко получается. То есть если с кем-то тут разъехаться, это не разъедешься. Короче, ребятки, это у нас с вами Южная Озереевка. И здесь тоже есть тропинка, кстати. Вот тропинка, по которой точно так же можно добраться к домику йога. Ну, то бишь, не обязательно с Абрау-Дюрсо прям ехать, да, и посещать это место. Вот можно с Южной Озереевки, допустим. Класс. Вид, конечно, шикарный, ребятки. Надо будет в следующий раз, я, кстати, обязательно попробую с Южной Озереевки проехаться, когда у меня не будет слишком много, пройтись, точнее, извиняюсь, когда у меня не будет много времени. Кстати, здесь есть столик у нас. Вот. Когда у меня не будет много времени, чисто так, ради интереса прогуляться с Южной Озереевки. Все-таки до Южной этой Озереевки ближе ехать, чем до Абрау. Ну и сзади, соответственно. Так-то мы прошли вообще фигню на самом деле. То есть, ну, вон там, вон Абрау-Дюрсо домики. Как бы. Вот пока иду, кроме змейки, не встретил никого вообще. Так что, ну понятно, будний день, пятница. Возможно, завтра. Завтра, кстати, будет хорошая погода, поэтому, возможно, завтра сюда пойдут люди. Фух, друзья. Блин, крайне не люблю я такие подъемы. Такие затяжные прям. Ой, жесть. Я их еще, помню, ненавидел, когда занимался лыжным спортом. Катался на лыжах. И тоже там бывает... довольно-таки резкие подъемы, но они такие короткие. То есть ты с разгона бах-бах-бах взял и все. А бывают прям такие, что ты там, ну, минут, не знаю, там 10, ты там карабкаешься. Короче, выматывает прям жесть. Дошел вот до такой стояночки. Есть здесь столик. Лавочки классно сделано абсолютно. Вот, покажу вам сейчас виды, какие открываются отсюда. Ну, в общем-то, вот такие открываются у нас виды. Южную Озереевку видно. Широкую балку видно, да? Ну, понятно, что вот это у нас Южная Озереевка. Вот там вот широкая балка. Вон шары, это гора Колдун, на которую я вчера ходил. Ну, соответственно, вот за этой горой находится уже Мысхака, южный район Новороссийска и так далее. Ну, а вот там вот у нас, получается, стоит корабль Рио, а вот там вот находится бухта Геленджика. Классно. Здесь, кстати, идет такая вот тропиночка. Не знаю, куда она идет. Фух. Немножечко сейчас отдохнуть и топать дальше. Я думаю, что если я сейчас буду, побуду на домике йога, поснимаю там
и там не будет такого столика с лавочками, то я спущусь сюда и устрою перекус здесь, потому что я взял с собой поесть. Вот, я уже пока шел по пути, втрепал один батончик сладкий, потому что у меня что-то мотивация начала падать, мне стало лень идти и так далее. А тут как бы я немножечко поднял себе настроение, так скажем. Вот. Фух, блин, ну тут я скажу прям жесткий набор высоты. Прям реально. То есть вот так вот, я не знаю, сколько градусов. Градусов 30, наверное. Приходится отдыхать, потому что взял с собой бутылку с водой, 2,5 литра, да там поесть. Я скажу, что рюкзак такой как бы нелегкий. Ой, фух. Ну, добрался, собственно, я до входа. Подустал. Последние там метров 100, конечно, такие тяжкие. Ну что, пойдемте смотреть. Ребятки, как вам? Классная смотровая, да? Сюда надо брать с собой коврик и просто еды на весь день и приваливать сюда, собственно, на весь день, валяться на коврике, наслаждаться, наблюдать, ну, короче, отдыхать. Вот я перекусил,
особо там ничего не озвучивал, потому что куча людей было, как бы, думаю, не буду, я человек стеснительный, вот. Ну, получается, приметил для себя еще парочку маршрутов, и все они почему-то с Южной Озереевки. Мне кажется, что с Южной Озереевки самое интересное идти как раз-таки на эту смотровую, а не с Абрау-Дюрсо. Я, опять же, в конце видео, давайте сделаем так. Красная линия, это будет тот маршрут, по которому шел я. А синяя линия будет, это, наверное, будет синяя или зеленая линия, предпочитаемый маршрут. То есть это более такой, он будет живописней, во-первых, интересней, во-вторых, и, наверное, покороче, в-третьих. Вот так вот. Потому что, ну, вот я сейчас шел, здесь вот с Абрау-Дюрсо, ты идешь тупо по лесу, никаких видов у тебя вообще нет. Поэтому, как бы, не особо, я бы сказал бы. То ли дело идти прям по хребту, прям около краюшка, и постоянно наблюдать там на море и так далее. Это уже гораздо живописней. Смотрите, здесь получается у нас развилочка. Вот. Я так предполагаю, что все шли вот по этой дороге. Потому что показывает, вот она, 7 километров, центр Абрау-Дюрсо, там, пешие маршруты, инфоцентры и так далее. Вот. Но есть дорога вправо, вот, соответственно, по которой я пришел. Судя по всему, все идут вот по этой дороге. Вот. Но мы идем вот по этой дороге. И здесь... Вот по этой дороге я никого не встретил по пути. Вот, поэтому для меня она предпочтительнее. Ну что, ребятки, вот на такой хорошей ноте, я думаю, мы завершим с вами данное видео. Что могу сказать от себя про данный маршрут? Интересный маршрут, очень крутые виды в конце, вот. Но я бы лично от себя не советовал идти именно из Абрау-Дюрсо. Почему? Потому что по пути вы, ну, ничего такого красивого, интересного вы не встречаете, к сожалению. Встречаете только очистные сооружения, где воняет фекалиями, и все. И потом идете по дороге, которая просто идет вперед, и ничего у вас там нет. Только под самый конец, когда вы приближаетесь к горе Кругло, начинаются более-менее какие-то виды. И то это сделано на смотровых. А так, поэтому от себя лично всем вам советую стартовать с Южной Озерейки. Как-то так. Всем пока.